Hey, всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Anastation, и это видео открывает мою новую рубрику на канале «Мой ремонт», а именно ремонт моей комнаты. Я очень рада этому событию, вон там уже сзади стоит моя мебель, и сейчас вы увидите первый, скажем так, мини-влог, обзор, как это все я выбирала, как все заносили. Я надеюсь, что вам эта рубрика понравится, потому что мы вместе с вами будем переделывать полностью мою комнату. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, и мы начинаем. Пойдемте. Так, ну начнется все, естественно, с выбора мебели. Я буду выбирать ее на сайте IKEA, поэтому погнали. Она мне очень нравится, потому что она раскладывается на двухспальную, а стоит как односпальная, в принципе. И если мне будет мало места, я смогу ее разложить. Я уже придумала, как она будет стоять у меня под вот этим вот шкафом, буковкой П шкаф. И, скорее всего, будет какая-нибудь вот такая кровать. Я думаю, что именно это, потому что смотрится она очень стильно и красиво. Я, конечно, никогда не думала, что я так долго буду выбирать мебель, но, в принципе, определялась я с мебелью где-то неделю. Я постоянно думала, советовалась с родными, с друзьями, а может быть лучше так, а может быть лучше не так, потому что я просто полностью хотела изменить свою комнату. Именно поэтому я выбрала данный шкаф буковкой П, чтобы просто полностью поменять весь дизайн, все обои, люстру, все шкафы, все местоположение кровати, телевизора, шкафа, стола. И еще у меня сейчас угловой, например, стол, и я заказала самый обычный стол. Сейчас я вам его покажу, если отрою на этом огромном сайте IKEA. В общем, этот стол будет не угловой, он будет самый обычный, прямоугольный, потому что, не знаю, мне нравится мой стол, ничего не могу сказать, он удобный, большой, но почему-то я захотела вообще совершенно другой интерьер. Что ремонт моей комнаты ожидался уже достаточно давно, его планировали, потому что вся моя мебель уже просто старая и уже давнишняя, и почему бы не обновить, когда есть такая возможность. Я всегда мечтала иметь комнату с мебелью из IKEA, именно белого цвета, не знаю, уж очень мне нравится IKEA, очень мне нравится белый цвет. Я очень рада, что у меня появилась возможность выбрать мебель именно из IKEA и заказать сейчас, пока тут более-менее нормальный ценник, возможно, где-то скидки, потому что потом, что будет у нас в стране, уже никто не знает. Все, я наконец-то определилась с выбором, я закрываю ноутбук и просто могу быть счастлива, потому что мне осталось выбрать только обои и люстры, вот это я еще не выбрала. Обои я хочу какие-нибудь серенькие или зеленоватые, но скорее серенькие, чтобы они оттеняли, потому что у меня останется в комнате серый диван, и стул для письменного стола будет также серый. Вот таким вот образом мы отодвинули старый диван, чтобы сюда вошла вся новая мебель, я надеюсь, она сюда поместится. Сейчас мы ее сюда поставим, и здесь будет такой мини-склад. Заметить, нету места в комнате практически из-за прибывшей вновь мебели, поэтому... Штатив, ты чё, офигел? Господи, что случилось со штативом?
Он разрядился. Все понятно. Теперь он будет крутиться как хочет. В общем, снимаем со штатива, и я вам показываю стул. Стул очень удобный, правда, низкий. Он собирается вообще элементарно, вкручивается туда вот, и все. И он крутится, ездит, так же само вкручиваются колесики. Мне кажется, на нем будет очень удобно сидеть. Его очень удобно с него будет убирать грязь и вообще как-то мыть, если он испачкается. Например, вот пыль какая-то попала, протерли все. Очень все удобно и классно. Сейчас на этом стуле лежит вот такой вот синенький плед, потому что я очень сильно боюсь, что стул испачкается или на него попадет что-то. Ну и на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на мой канал. Ждите продолжения. Увидимся с вами в следующем ролике.